Добрый день, коллеги! Сегодня я хотел бы рассказать о том, как использовать членство в гильдии риэлторов, сертификацию и аттестацию для повышения конкурентоспособности агентства недвижимости. Конкурентоспособность – это способность агентства недвижимости использовать свои сильные стороны для того, чтобы занять лидирующие позиции на рынке. Лидирующие позиции на рынке – это такая позиция, которая привлекает клиентов. У лидеров сильных сторон больше, значит, и клиентов больше. Членство агентства в гильдии риэлторов, наличие у него сертификата, соответствие его услуг национальному стандарту, аттестации специалистов – это сильные стороны. Почему я считаю членство в гильдии, сертификацию и аттестацию сильными сторонами? Потому что при прочих равных клиент сертифицированного агентства недвижимости получает большую степень надежности услуги, чем в случае несертифицированного агентства. За счет чего возникает эта более высокая надежность? Первое. Сертифицированное агентство недвижимости участвует в системе внесудебного разрешения споров. Это значит, что клиент сертифицированного агентства при необходимости может обратиться в комитет по спорам и рассмотрению обращений гильдии риэлторов. У клиента несертифицированного агентства такой возможности нет. Второе. Сертифицированное агентство имеет полис страхования своей профессиональной ответственности. Поэтому клиент сертифицированного агентства может чувствовать себя более уверенно, имея в виду наличие у агентства страховки на случай профессиональной ошибки. У клиента несертифицированного агентства такой возможности нет. Все агенты сертифицированного агентства недвижимости, это третье, должны регулярно сдавать квалификационный экзамен. Это значит, что клиент сертифицированного агентства может быть уверен, что необходимый минимум профессиональной подготовки у аттестованного агента имеется. У клиента несертифицированного агентства такой возможности нет. И, наконец, четвертое. Сертифицированное агентство недвижимости, входящее в состав гильдии, обязано соблюдать кодекс профессиональной этики. А это значит, что у клиента такого агентства в случае нарушения со стороны этого агентства кодекса этики есть возможность обратиться в комитет по этике гильдии риэлторов. У клиента несертифицированного агентства такой возможности нет. Таким образом, сертифицированное агентство недвижимости в глазах клиента может иметь целый ряд конкурентных преимуществ перед несертифицированным агентством. Эти конкурентные преимущества сработают, если клиент будет о них знать. Чтобы клиент узнал об этих конкурентных преимуществах, нужно их продвигать. Как продвигать? С помощью рекламы, с помощью пиар. А что продвигать? Все сертифицированные агентства России и аттестованные агенты находятся на сайте Единого реестра. Там же описаны их конкурентные преимущества, о которых я говорил. Единый реестр сегодня – это уникальный ресурс профессионального сообщества России. Находится он в интернет на сайте reestr.rgr.ru. Поэтому рационально продвигать именно сайт Единого реестра, где сконцентрированы все наши агентства, наши аттестованные агенты и наши конкурентные преимущества. Но как продвигать? Существуют десятки способов продвижения Единого реестра. Я хотел бы обратить внимание на один из самых эффективных способов. Ничего нового я здесь не скажу. Сегодня все мы знаем, что продвижение с помощью рекламы в интернет является наиболее эффективным способом продвижения товаров и услуг. Гильдия риэлторов Раменского и Жуковского Московской области организовала такую рекламную кампанию. Эта рекламная кампания имела две цели. Первое – привести клиентов на сайт Единого реестра, на страницу, где выводится список агентств, соответственно, города Раменска или города Жуковского. И второе – привести клиентов уже с сайта Единого реестра на сайты агентств недвижимости. В отличие от большинства других методов продвижения, эти цели можно измерить. Что измерить? Первое – количество посетителей, пришедших по рекламе из поисковой системы в интернет на сайт Единого реестра, количество кликов. И второе – количество переходов с сайта Единого реестра на сайты агентств недвижимости. То есть клиент не только перешел на сайт Единого реестра
и увидел там список наших сертифицированных агентств недвижимости конкретного города, он еще из сайта единого реестра перешел уже на сайт агентства недвижимости, ну а дальше уже дело выбора клиента и качества сайта агентства недвижимости. Но, по крайней мере, такая рекламная кампания привела целевого клиента к нам, на нашу страницу в едином реестре и на наш сайт агентства недвижимости. А на какого же клиента была рассчитана такая рекламная кампания? Какова ее целевая аудитория? Это потребители, которые используют рекламные запросы в поисковой строке Яндекс, основанные на комбинации слов. Агентство недвижимости, отзывы, рейтинг, риэлтор и обязательно название города, в интересах сертифицированных агентств недвижимости, из которого проводится эта рекламная кампания. Как выглядело рекламное объявление? Когда клиент в Яндексе набирал запрос, например, агентство недвижимости «Раменское», то в поисковой выдаче Яндекса на первой странице появлялась ссылка «Агентство недвижимости Раменского», отзывы и адреса. Вот по этой ссылке посетитель с сайта Яндекса переходил на сайт единого реестра. Куда переходил? На страницу со списком агентств недвижимости города. В нашем случае или Раменского, или Жуковского, в зависимости от того, какой запрос он набирал в поисковой строке. Вот эта рекламная кампания показала очень хорошие результаты. Продолжалась она 2 месяца, в августе и сентябре 2018 года. 985 человек из целевой аудитории перешли с сайта Яндекса на сайт единого реестра. А из них практически половина, 403 человека, перешли уже на сайты агентств недвижимости участников единого реестра из Раменского и Жуковского. Рекламная кампания показала очень хорошие показатели по качеству и стоимости. CTR этой рекламной кампании, это отношение число кликов к числу показов, составило от 5 до 7%. Это очень хороший показатель CTR, а цена клика составила от 15 до 55 рублей, что тоже весьма приемлемо. Напомню, что рекламная кампания была организована гильдией риэлторов Раменского и Жуковского. На основе опыта агентств недвижимости из этих городов гильдия риэлторов Московской области планирует запустить в ноябре 2018 года аналогичную рекламную кампанию единого реестра, но уже по гораздо более широкому кругу городов. О результатах этой новой масштабной рекламной кампании мы обязательно расскажем после ее продвижения. А пока хочу призвать всех, присоединяйтесь к опыту ГРМО по продвижению единого реестра. Всем удачи и успехов! Спасибо!